Используя сигналы с камер видеонаблюдения, программа ищет свободные места и посылает уведомления водителю. Автором проекта стал выпускник ЮРГУ Игорь Олейник. Он исследовал проблему нехватки парковок в курсовой работе и задумался, как можно решить этот вопрос. Разработка уже получила патент. Реализовать идею в рамках проекта «Умный город» планируют к 2024 году.